победой. Игра такая тяжелая, да? Много было ненужных действий. Но большинство, которое у белых сегодня, да, в нужный момент, плюс в третьем периоде, более-менее стали действовать собранно и грамотно. От себя лично, все, кто играл по 100%, кто был в заявке на сегодняшний матч. Саш Конов. Красавцы, с победой! Мужики, все красавцы, Дамир Копатко, ну Адам, победный гол. Вау! Чели! Пацаны, все молодчики, командная победа. Вот, готовимся на завтра. Давай!